танец, не могу сдвинуть с порога. Уроки ты мне делать не могу. Свое здоровье лучше береги. Прости, сыночек, важный разговор. Иди покушай и беги гулять во двор. Вот это мама. А то от уроков чуть не плачу. Знаешь, сын, в Европе ураган добрался наконец до наших стран. Такая интересная статья, не зря принес домой газету я. Потом футбол смотреть я побегу. Тебе, сынок, ничем не помогу. Это родители. Братишка, не бросай меня в беде. Не отвлекай меня по всякой ерунде. Мне новый диск послушать от сосед. Потом попасть мне надо в интернет. Короче, важным делом занят я. Тебе поможет бабушка твоя. Бабуля! Бабуля! Бегу! Бегу! Иди, внучок, я выполню задание. Остались у бабули еще знания. Ой, я совсем забыл. Нам в школу надо принести макулатуру и лыжи принести на физкультуру. Сегодня мы сдавать на лыжах будем кросс. Скорей бы ты, внучок, уже подрос. Посмотрим, кто же лучший ученик. Помогу.